Всем привет, с вами мы Хардикс Ведер, и сегодня мы записали видео, как сделать Корсар 12. Для начала нам надо сделать корпус для этой петарды. Мы будем ее делать из картонной втулки от Фольги. Далее нам надо 3 листочка А4. Берем один листочек. Слаживаем его напополам. Берем ножницы и отрезаем. Так мы должны сделать со всеми листочками. Вот столько у нас должно получиться. Далее нам понадобится клей ПВА. Наносим клей и размазываем его. Потом берем втулку. Осторожно наклеиваем листочек на втулку. Таким образом наклеиваем все листочки. Знаю, у нас получилось неровно, надеюсь, у вас получится ровнее. После всех этих манипуляций ставим ее на батарею на 2 часа. После высыхания она стала невероятно крепкой. Далее берем шило или ножницы и делаем маленькое отверстие для шпажки. Вот так должно получиться. Делаем таких 4 дырочки. Вот так у вас должно получиться. Далее замешиваем алебастр. Начинаем его туда заливать. После залития ставим на полчаса на батарею. После высыхания запихиваем туда небольшое количество туалетной бумаги. И упрессовываем его там. С 5 коробков. Вот что у нас получилось. Передрабливаем и высыпаем. Делаем сбоку дырочку и засовываем туда фитиль. Дальше делаем заглушку по такому же принципу, как и первую. Ставим на батарею на 2 дня. Весит она 143 грамма. Далее обматываем скотчем. Вот такая у нас получилась. Ну а теперь тесты. Дощечка, на которой стояла петарда, проломилась. Вот что от нее осталось. Ну а если наберем 20 лайков, выйдет новое видео.